Никто не должен успокаиваться. 50% больше, меньше из выявленных бессимптомных. Мы не знаем размеры и глубину проблем. Ну, просто это невозможно сегодня. И только вот эти меры, они позволяют нам держать ситуацию. Поэтому, Марина Александровна, и по вашей линии, Марат Наилевич, и по вашей линии, все должно быть готово, но когда дело дойдет уже до вас, это не самый лучший сценарий. Лучше как-то избежать этих проблем. Присаживайтесь. Спасибо большое.